Мы наконец добрались до парка Арки. Собственно, вот я сейчас стою под одной из них. Это называется двойная арка. Вот одна и вот вторая. Сейчас где-то 8 часов утра, облачно, поэтому фотки, может быть, не идеальные. Если, как мы поняли, пробраться в парк до 7:30, то въезд будет бесплатный. Вон Ромка набрался. У нас все равно пас. Так что нам все равно. Вот эта долина. Сейчас мы пойдем на другую арку. И наибольший взрыв мозга у меня вызывает вон те заснеженные горы. Потому что как-то странно, здесь пустыня. Кактусы, песочек, а там снег. Очень интересное сочетание. Людей в этом парке миллион. Не знаю, как насчет всегда, но вот в это время, на первый майский длинный уикенд, на Memorial Day, людей здесь просто миллион. Вчера мы сюда решили даже не заезжать, потому что такая очередь была сумасшедшая. Решили выбраться сегодня пораньше. Людей много, но все равно меньше, чем вчера. Так, надо отсюда выбираться. Много людей.